У гэты ж дзень віцэ-прэм'ер Беларусі Наталля Качанова правіла ў Жлобіне пасяджэнні Рэспубліканскага міжведамаснага савета па праблемах інвалідаў. Яго ўдзельнікі абмеркавалі меры па рэалізацыі канвенцыі па правах інвалідаў і азнаёміліся з практыкай работы Гомельскай вобласці па працаўладкаванні людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Стаўленне да праблем інвалідаў за апошнія 10 годдзі ў беларускім грамадстве змянілася кардынальна. Калі раней аб гэтай тэме імкнуліся нават не ўзгадваць, то цяпер адкрыта абмяркоўваюць на самых высокіх узроўнях. У Гомельской области зараз проживают больше, как 90 тысяч человек с обмежеванными махчимостями. Працаулаткованы каля 15% из них. Для вырашения этой проблемы только сёлета для инвалидов забронировано 235 працоўных месцаў, але занять их смогли только крыху больше, как 40 жыхароў в области. Сярод причин такого становища, как стан здоровья самих инвалидов, так и нежадание частки наймальников примать таких людей на предприемство. На думку керавництва Министерства працы и социальной обороны, субъективными причинами можно растлумачить и той факт, что на Гомельщине для людей с обмежеванными магчимостями створено недостаткова месцаў у санаториях и гостиницах. В санаторно-курортных учреждениях области только 4 места для инвалидов-колясочников. Согласитесь, что это очень мало. Или 21 номер в гостинице. Ну, Гомельская область по этому показателю уступает и Могилевской, не говоря про город Минск и Брестской области. Поэтому эти вопросы необходимо учитывать для того, чтобы создавать доступную среду для людей с инвалидностью.